В Тюмени начали выдавать первые паспорта готовности к отопительному сезону. Документы уже получили 3 детских сада. Между тем, приемка объектов продолжается. Тепловики проверяют школы, больницы, жилые дома. Всего нужно осмотреть оборудование более 5700 подвальных помещений. Времени остается мало, ведь подготовиться к зиме за один день невозможно. Вот этот дом мылся 4 дня. С учетом того, что это одноподъездный дом, небольшой, и, в общем-то, ну, довольно-таки долго. То есть каждый стояк промывался в отдельности. Во время гидравлических испытаний на сетях сотрудники управляющих компаний должны привести в порядок тепловое оборудование дома. Также необходимо установить дроссельные устройства, которые будут регулировать подачу тепла. Так, здесь, по-моему, десятка. С 15 июля компания «Теплотюмени» начнет массовую проверку по установке дроссельных шайб. Обязательная установка – это в Восточном районе и по возможности охватить район Калининского района, Калининского административного округа.